Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин прибыл в Будапешт, третий и последний пункт своего европейского турне. В аэропорту его встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в своей приветственной речи отметил, что отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии. В этом году исполняется 75 лет китайско-венгерским связям, и ожидается, что они станут еще теснее. Венгрия одной из первых установила дипломатические отношения с КНР в 1949 году, а в 2017 они были подняты до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Венгрия первая из стран ЕС присоединилась и к китайской программе развития «Пояс и путь», которую многие в Европе и Китае рассматривают как ворота Пекина на европейский континент. Частью этого проекта станет строительство железнодорожной линии между Будапештом и Белградом, финансируемое в основном Пекином. Но не все венгры считают такое сотрудничество полезным для страны, указывая на возможные последствия. Európába demokráciával, minden hibájával, minden nehézségével együtt. Kínában ez nem egészen így működik. Kína egy kommunista, kapitalista, techno-hibrid birodalom, aminek nem úgy tűnik, hogy jó következményei vagy jó jövője lesz. Nem szeretnénk azt, hogyha Magyarországra exportálnák ezeket az elképzeléseket, amiket Kínában gyakorol. Брюссель выступает за протекционистские меры для ограничения экономических амбиций Китая в Европе. Еврокомиссия начала расследование в связи с китайскими государственными субсидиями на электромобили и солнечные панели, обвиняя Пекин в нарушении правил конкуренции. Дисбаланс, вызванный субсидиями, приводит к удешевлению китайской продукции, угрожая Европе потерей рабочих мест.